Сэм. Моя милая Сэм. Эй, Сэм, в воду не заходи. Родительство дало нам с Клэр новую цель в жизни. Каждый день приносил воспоминания. Каждое по-своему священно. Просто нереально. Я понимаю, о чем ты. Пап? Да? Мне страшно. Сэм. Где Сэм? Ее нет. Я ее видел. Может, тебе поговорить с кем-нибудь? С психологом. После смерти дочери я начал замечать несовпадения. Ты помнишь, где сделано фото? Да, в обсерватории Гриффита. А я уверен, что это было в Тихоокеанском центре в Сиэтле. Каково сознавать, что не можешь доверять своим воспоминаниям? Ты помнишь эту детскую книжку? «Мишки Бернстайн». «Мишки Бернстайн»? Бернстайн, а не Берен. Тебя почти не бывает рядом. Прости, я просто занят делами. Какими делами? Мы живем в параллельных мирах. Помнишь человечка из «Монополии»? Да. Что у него на лице? Манок? Нет, ничего подобного. Эффект Манделы проявляется из-за того, что мы перемещаемся между мирами. Или живем в симуляции. И что это дает? Может быть, да, Клэр, а что, если нет? Возможно, все это нереально. Сэм! Мам! Нет! Все будет хорошо. Я не сумасшедший. Мне нужна правда. Это компьютер огромной мощности. Я создаю игры. Я в этом разбираюсь. Если это симуляция и есть код, то я могу его взломать. Перезагрузить мир не шутка. Вы просто должны понять. Идеи... штука опасная. Эффект Манделы.